Ты же говоришь, внезапно тесная кухня и отодвинутый стол. Это на вопрос полоски. Рось, тебе два сразу немного? Ах, и у меня новые рога. Тогда я даже не знаю, мне Артем не разрешает вешать черепа дома. И рога. Жалуюсь. Слушай, ты когда-нибудь пилил черепа ножовкой? А в чем теоретическая сложность по сравнению с другой костью? Ну вон, видишь, лосины лежат. Тут надо как-то аккуратно черепушку отпилить. Я думала проконсультироваться. Но Алексей сказал, что просто ножовкой. Ножовку по металлу взять и... А, я теперь вспомнила, зачем нужна была ножовка по металлу и что мы ее не купили. Маленькая, большая? Слишком много женщин на моей кухне. Мы можем идти. Мне просто их хочется сразу достаточно сделать. Ну, я можно просто сяду и буду сидеть у меня тут. А молоко у тебя есть? Я вчера тебе показывала, где молоко. Я поняла, но оно еще не кончилось. Но у меня еще 9 пакетов есть. Чего там все делаете, не понимаю? Зелье. Что это снять? Не крепостной, но сойдет. Сейчас. Ой, тут можно взять и я. Хорошо, что сухо. Был бы дождь. А его выкапывать надо? Да, его надо выкапывать. Ой. А ты уверен, что мы его донесем? Да. Да ладно. Я верю, что... Верит, это хорошее свойство. Держи. А может его тросом зацепить и там это стропой и просто дотащить? Можно. А где стропа? Ну, в кузове, вон в тележке. Давай. Что тогда? Ой, собачки едут. Сейчас все заберем. Тяжел? Есть такое. Ты грубее, надо же грубую мужскую. Сейчас ты на ноги его себе. Ну, он у меня хороший камень. Надо каких-то интересных? Надо больших. А у меня какая-то половинка. Половинка камня, да. Ну, в этих камнях можно всякие ракушеньки окаменевшие найти. Можно на самом деле еще чуть-чуть под это... Поближе. Да, поближе. Ну, это будет очень хорошо. Мне кажется, очень интересно, как это такое. Что-то опять конкурсы такие себе, да? Да почему в задницу? Еще и Ксюша покажет это видео, да? Она его хотя бы когда даст. Да ладно. Какое место чудное. Прям. А, туда даже заезд как-то идет.
здесь-то мы сосен и добудем. Сём, можно их все-таки в багажник, чистые мешки? А то они улетят. Камни вывалятся. Можно будет не разгружать, да? Давайте камни сначала потаскаем. Слушай, мне большие камни хорошо бы вот туда поближе. В принципе, можно вот сюда, если реально высыпать всю горку. Смотрю, смотрю, да. Куда, туда? Давай сюда, если можно. Вот сюда. Матом смотрит. Я же не знала, что он так может. Куда? Махай руками. Все, все. Да. Да. Я просто не знала, что так можно было. Как? Вот так. Рулить квадриком, прицепом? Да. Ой, пакеты запылились. Сапоги мои. А камень не сломает эту штуку? Какую? Ну вот, бортик.
Кто туда катится? Ну, я надеюсь, что они так не сделают. Артема сюда отправлять, когда захочется тишины и успокоения. Надо призвать Гену с Керхером, нет? Богатство. Что там ты смотришь? Что-то смотрит в телефоне, отражение увидела. Скажи, страшно, пипец вообще. Эх, еще бы таких кузов К3. Ну, вот эти прям огромные камни, конечно. Ребята молодцы, так их закинули и привезли. Надо их будет подвинуть здесь. Разложить красиво, раскидать. Вот. Это вот такие вот камни находятся сейчас в данный момент прямо под нами, наверное, метрах в 10 под нами. То есть колодец, когда копали, 10 метров, как раз начинается песок с камнями. Так что все это у нас прямо вниз, 10 метров. Радуга целиковая. После дождика над Савиным долом. Это очень красивое. Какова красота? Ёль, ну ты видела, Ёль? Надо тебя побыстрее. Она же может в любой момент. Вон там следующая туча идет. Сейчас она закроет солнце, и радуга пропадет. Срочно бежим фоткать. Я прям... я в футболке, я вся мокрая. Под дождем промокла. Ёлонька. А у тебя не видно радугу. Но мы все равно снимем сову. Там чуть-чуть радуги видно. Все, бежим фоткать радугу. Ястреб приофигевает. Помылся под дождиком. Вон она какая красивая. Мы теперь ближе к радуге. Раньше надо было бежать от маминого дома в поле. А теперь мы почти под радугой живем. Это же так классно. Надо сюда лесенку через забор, чтобы он в кадр не попадал. Можно на кочку встать. Муравьи, простите. Ой, нет, ладно, не буду. Вот. Ну вот, уже у нее краешек пропадает, хотя не весь. Но ведь красивая же. Вон там. Ой. А, нет, потеряла. Вот она. В десятикратном приближении плохо видно. Вот так хорошо видно. Красиво. А и так ничего не видно. Интересно, они успели? Наверное, нет. Надо срочно делать вот здесь вот окошко, чтобы радуга фоткать и снимать.